Ты кто, братец? Ну, привет. Музыкант, ну привет, здорово. Ты кто такой? Я местная знаменитость. А я сейчас выпить не отказался. Играю на гитаре, исполняю песни Озон. Могу и тебе спеть, если водкой угостишь. Нет у меня водки. Так, здесь есть игра в кости. Давай больше так, по-быстрому на что играть. Так, нет, в другой раз. До встречи. То есть можно заработать деньги, если умеешь играть в кости. Я вот не умею. Хотя надо посмотреть. Ну, классно у тебя выходит. Что это за игра вообще? Так. Здорово, мужик, что здесь произошло? Да я толком сам не знаю. Группа разведчиков наткнулась на раненого сталкера. Приволокли его ко мне. Я в меди-то когда-то учился. Так меня за терапевта местного считают. Помогаю ребятам, чем могу. И на поддержание штанов хватает. Этот сталкер очень плох, я мало чем смогу ему помочь. А что с ним? Известно, кто он такой, откуда. Нашли его 2 дня назад тому, недалеко от хутора, поутру. Перед этим всю ночь слышалась стрельба и крики с той стороны. Но с утра из лагеря отрядили группу, чтобы проверили. Они его и нашли израненного. У бедняги несколько глубоких ран, судя по всему, от ножа. И пара пулевых, не особо серьезных, вскользь. Выкарабкается? Да вряд ли. Ему хороший полевой хирург нужен. Да сам понимаешь, да, что я могу сделать, но этого мало, увы. Чем я могу тебе помочь? Если кто-то здесь сможет облегчить его страдания, то это сама зона. Единственный вариант — прибегнуть к аномальной энергии. Я бы попробовал использовать артефакт, повышающий здоровье, но у меня такого нет. Если найдешь такой, приноси, может это поможет. А где такой можно достать на кордоне? В Гордине такие артефакты — большая редкость, но иногда все же попадаются. Буквально вчера один новичок костра божился, что видел ломоть мясо неподалеку от элеватора. Говорил, если б небольшая стая слепышей, подобрал бы. Может и не врал, но кто знает. Надо бы проверить. Да, действительно. Найти артефакт для раненого. Появляется новое задание. Естественно, он говорит, с нами не будет. Я бы сунулся туда, но пока у меня оружие. Слушайте, еще надо будет платить. Нам дал волк денег за выполнение задания. Все брошен, нахрен и свалю. Больно молчалив, может чего веселого расскажет. Входит сталкер Густов, застегивает ширинку и говорит: колбасу и батон хреновые стали делать, развеселил. Да, действительно. Может его завалить. Здравствуй. Чуйка подсказывает, что это особняк. На корточках тихонько выползаю. Подкидываю камушки. Рефлекс мать. Отполз, не поверите, вплотную. Всего камушка без. Камушки, которые лежат аккуратно пиши. Но моя сталкерская. Закрыт? Бункер у Сидоровича или нет? Нет, бункер открыт. Есть что-то стоящее. Ситуация проясняется. Погибли твои посланные, кроме одного. Так, бывает всяко. Кстати, тебе там флешку с информацией должны были передать. Где она? Вот она. Полученные деньги. А может, у тебя найдется какая-нибудь особая работа? Сидорович, личные поручения есть? Надоело хабар носить. Найти гитару в деревне новичков. Военный. Так, поручения, к сожалению, мало становятся. Вот тебе могу предложить. Так, найти гитару, сделка с военными. Военные у аномалии, наемники на кордоне. Ну давай возьмем на гитару. Тут несколько новичков. Кое-чего отмечали на днях. И хотели, захотелось им песни, чтобы под водочку, под гитару. Просили и умоляли божили. Короче, дал мне им инструмент. Так они растяпы нанизались до поросячьего визга.
нализались до поросячьего визга, гитару здесь где-то в лагере потеряли. Теперь найти не могут, потому как не помнят ни черта. Меченый, может, у тебя получится найти ее. Награда, конечно, не бог весть какая. Гитара у меня хорошая, не битая, совсем жалко. Дорога мне как память. Так, я берусь. Для этого, я думаю, нам стоит у него купить бутылку водки. Пусть не дешево, но все равно. Неплохо. Там вот музыкант, так бы который всегда просил бутылку водки. И еще. А может, у тебя какая-нибудь особая работа найдется? У нас тут намечается небольшая сделка с вояками. Мы отдаем им десяток артефактов, они нам за них партию новых автоматов. Неучтенных. Им по ошибке прислали. А они, как обычно, вид сделали, что ничего не было. Хе-хе. Надо отнести военным под мостом сумку с артефактами и забрать у них взамен ящик с оружием. К мосту поедешь на Запорожцу, что у нас в лагере стоит. На нем же ящик с автоматами обратно привезешь, понял? Таков уговор. И тебе легче, а то вдруг еще себе спину надорвешь, выхаживай тебя потом. Надеюсь, что это сможешь выполнить. Все понятно. Да все понятно, чего непонятно. Отлично, все, дуй к волку. Это дело не терпит отлагательств, так что смотри, не затягивай. Ну, проветришься, заходи. Так, появляется новое задание. Сделка с военными. Это становится все интереснее, слушайте. Такие квесты, которых я раньше не видел. Сейчас бы дома оказаться. Так, привет, Меченый, какими судьбами? Мне нужно взять у тебя сумку с артефактами. Да, я уже в курсе. Его держи. Вези это хозяйство к военным, что под мостом. Они ждут, так получишь ящик с оружием, вези его ко мне. На этом, собственно, все. Куплю коробку передач на Запорожец. На заводе в Росток. Кстати, а где Запорожец? Подходим к...